Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я вам покажу, как создавать свои моды в Майнкрафте Box Edition 0.17.0. Собственно, для этого вам понадобится скачать ES-проводник, после чего скачать Майнкрафт. Друзья, важно, нужно скачать именно новейшую версию Майнкрафта, то есть самую последнюю версию. Что ж, на данный момент это 0.17.0, билд 4. После чего данную установку нашего Майнкрафта нужно переименовать из формата APK в формат ZIP. Все это делается строго на Android устройстве. Нажимаете ОК, и у вас появляется такой архив. Теперь вам нужно нажать на этот архив, дождаться загрузки файла. Ожидаем, друзья, загрузку. Дальше перейти Assets в папку Source Pack и найти папку Vanilla. Vanilla, или как-то так и называется. И, собственно, что же нам здесь понадобится? Во-первых, нам понадобится папка Textures, понадобится файл Blocks, Items, Pack и Manifest, Textures, Sound, Splash, Items и, друзья, Pack Icon. Собственно, теперь мы нажимаем извлечь, выбираем путь, который вам нужен, и нажимаем ОК. Друзья, ожидаем. Все распаковывается, а также хочу сказать, что дальше нам понадобится еще одна программа, которая нам понадобится, называется UTEC. И вот, друзья, данная программа нужна для нарисовки текстур для вашего мода. Если, конечно, ваш мод используется без текстур, то, ну, друзья, будет немного проще. Что ж, устанавливайте программу и, собственно, в следующем видео я вам покажу, как рисовать текстурки для мода. Это будет вторая часть. Ну, а закончим мы тем, что я вам покажу, как изменить, собственно, формат мода на текстуру пак. Или текстуру пак на формат мода. Что ж, друзья, нажимаем редактировать и ресурс изменяем на, друзья, на папочку Batch. То есть, знаете, что в папке Games есть такая папка. Собственно, давайте мы ее найдем. Так, ну, можно сохранить. Собственно, выходим. И находим, друзья, папку Games. Так, отлично, отлично. Вот наша папка Games. Заходим. И, собственно, нам нужно скопировать вот это целиком название без packs. То есть, мы копируем вот это. И потом вставляем туда, куда я вам показывал. И, собственно, друзья, из текстурпака ваш файл будет переделан в мод. Ну, а во втором уроке я вам покажу, как рисовать текстуры и как доканчивать ваш мод. Собственно, если хотите вторую часть, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал.